Ну что ж, Максим Шпилев, у которого тоже, в общем, неплохая силовая подача. Посмотрим, что получится на этот раз. Нет, не стал рисковать. Будет ответка от гостей. И Воронков не замечает тройного блока. А Кириченко не готов принять такую атаку. Отыграно еще одно очко. Мы смотрим сейчас повтор. Да, сложно было. Хотя, наверное, не безнадежный мяч. Киршпилев тоже заряжает посильнее. А вот это была атака Данилова. Бьются гости за мяч. И по рукам Филипп Воронков. Ну, причем, мне кажется, там была некая техническая ошибка, по-моему, переход средней линии. Мне с моего комментаторского места с позиции не видно. Это еще было до того, но вот реакция болельщиков, кто по центру, по сетке, она была моментальной. Но судья не обратил внимания. Ух ты, а у нас проблемы. У нас проблемы с Куцмусом, который неудачно приземлился. И, видите, покидает он при помощи своих партнеров площадку. О-хо-хо-хо, голеностоп. Досадно. В общем, один из лидеров команды, украинский доигровщик Андрей Куцмус. Да, ну желаем ему тоже. Может быть, это болевой шок, может быть, не все так страшно. Желаем ему быстрее вернуться на площадку. Тем временем 15-15. И что, Данилов зарабатывает очередное очко. Я сказал, Роман Данилов самый результативный игрок команды гостей, который в свой актив до этого матча записал уже 299 очков. И вот разменял четвертую сотню. Но вот мне Михаил Филатов, пресс-атташе губернии, подсказывает, чудеса творятся в Москве, где параллельно с нашим матчем начался поединок, в котором столичная «Динамо» играет с «Газпром» Югрой. Там тоже сыграно две трети первого сета. Счет 16-9 в пользу «Газпром» Югры. Не удивлюсь, если «Динамо» играет вторым-третьим составом, потому что третье место «Динамо», оно железобетонное. Москвичам не подняться выше, не опуститься ниже ни при каких раскладах. А «Газпром» Югра сейчас занимает шестую позицию и, в общем, будет пытаться подняться на строчку выше, потому как в этом случае соперником в четвертьфинале скорее будет новосибирский «Локомотив», нежели, опять же, столичная «Динамо», потому что при сегодняшних раскладах на данную секунду «Газпром» Югра выходил бы на столичная «Динамо». Но опять не удалось подробно поговорить по ситуации в турнирной таблице. У нас еще как минимум и очень хочется надеяться всего-навсего две партии впереди. Будет возможность. Естественно, мы эту тему еще обсудим. А пока гости по-прежнему впереди. Но это было тремя секундами ранее. А сейчас полное равенство 16-16. И Олег Сычев, у которого тоже периодически подача, что называется, летит. Посмотрим, опять же, его сегодня день. Да, очень неплохо, с трудом. Галимов Руслан неудачно принимал, и вы видите, чем все это закончилось. Закончилось это, помимо прочего, тренерским тайм-аутом Владислава Макарова. Как я уже сказал, Игорь Пасечник не приехал в Нижний Новгород по причине болезни. Вот Руслан Галимов, который только-только появился на площадке. Вот сегодня мы еще не видели Сергея Андреевского, хотя в заявке его фамилия фигурирует. Ну так все-таки «Локомотив», «Новосибирск», «Динамо», «Краснодар» 3-2, как я уже сказал. Хотя по ходу дела «Новосибирск» проигрывал 2-1. Югра, «Самотлор», Грозный 3-1. Безнадежный аутсайдер Грозный на последнем месте финиширует в регулярке. Единственный, как бы, его шанс в плей-аут
обойти тот же самый Урал, который мы сегодня видим на своих экранах. Прикамье еще двумя днями ранее выиграл у Факела 3-1. Белогорье в Кемерово переиграло Кузбасс 3-0. Нефтяник уступил Зениту 1-3. И вот два матча. Один, который сейчас мы транслируем, и второй в Москве, о котором я уже обмолвился, идут в эти минуты. Пайп. И вновь равенство. 17-17. Никак губернии не удается получить хоть какое-то преимущество. Неплохая подача, но Савин справляется. Ковалев на Сави ноже. А тут блок, а тут Янутов. А тут Воронков. Да, Андрею Дранишникову немного не хватило, чтобы поднять этот мяч. Смотрим, и партнера рядом на подстраховке не оказалось. Еще раз говорю, не хватило долей секунды и нескольких десятков сантиметров. 18-17, плюс один губерния, Воронков. Неплохо. Так, и все-таки со второго раза блок. На этот раз двойной Иосифов и Ковалев. Ставит точку в этом розыгрыше. Губерния получает впервые преимущество в 2 очка. И вот повторная атака мы видим. И второй свой тайм-аут использует Владислав Макаров. И, в общем, это понятно. Это действительно уже концовка партии. Солить и мариновать тайм-аута нет никакого смысла. Надо пытаться сейчас, пока губерния еще не нарастила свое преимущество. Урал еще 2 года назад был вице-чемпионом страны, и вы помните, тогда в полуфинале именно губернии перешел он дорогу. Победный матч в серии 3-0 губерния начала за здравие, а потом 3 подряд поражения. Одно на своей площадке и 2 в Уфе. Уфа выходит в финал, где проигрывает Белогорью. Но тоже достойно 2 матча по 2-3 и потом уже 0-3. Серебро. И следующий сезон из-за серьезных проблем финансовых, конечно, получился скомканным. Команда сейчас на 13 месте. Сохраняет она его по итогам регулярки, но дальше все покажет плей-аут. Кто же останется в Суперлиге, Урал или Грозный? Потому что все остальные участники плей-аут очень сильно оторвались. Ну и вновь возвращаемся в Нижний. Тут самое главное — Савин и Ковалев. Вы видите, лишь бы тоже не было неприятностей со здоровьем. Как только что вот недавно было с Куцмусом. Нет, все, слава богу. И плюс еще очко в активе. 20-17. Ну, посмотрите, молодец. Молодец Данилов. Вот сумел как-то так скоординироваться, сложиться, извернуться. И все-таки этот мяч зацепил и положил его в площадку. Здесь вот не очень хорошо видно. Но, конечно, так координация очень неплохая. Воронков. От рук Мельника. Сейчас продолжится замены Урала. Готовится выйти Егор Феоктистов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая интересная получилась диагональ. С подачи, конечно, не сложилось. Савина меняет Бестужев. Да, вот Макар на ваших экранах был. Ну, у гостей тоже ротация. То, как они заканчивают этот сет, по составу сильно отличается от того, как они его начинали. 21-19, 19-21 на подаче Аркадия Козлова. Бестужев справляется первым темпом, Иосифов без вопросов.
Готовится та замена, которую я анонсировал. Егор Феоктистов. Нет, пока ждет подачи. Эйс. Ну, в общем, похоже, ничего он не дождется. Я имею в виду, не дождется выхода на площадку. Вот так достаточно неожиданно, но... Иосифов зарабатывает эйс. 23-19. Без интриги, без напряга. Хотя и было равенство большей частью в этой партии. А, все-таки просмотр. Ну что ж, просмотр. Да, мяч в площадке, вопросов нет. Но это некая пауза, которая может сбить Виктора Иосифова с настроя его. А все-таки случилось. Владимир Мельник уступает место Егору Феоктистову, доигровщику команды гостей. В общем, тоже воспитанник уфимской школы. Играл в «Беркутах» Урала. Вторая команда Уфы. Урала, так же, как у нас Сармович. И ошибка на подаче. Все-таки вот смутили Иосифова. И не в сетку, и не в блок, а просто заступает на подачу. В общем, дарим очко нашим гостям. Пока это не так страшно. 23-20 и Владислав Жлоба. Неплохо, но Бестужев не без труда все справляется. И еще одна атака Воронкова. 4 сетбола и подача Дмитрия Ковалева. Ну вот этим все и заканчивается. Вот такая вроде бы несложная подача, не сильная. Ну вот, спросите у Афиногенова, как ее принимать. Встретимся через пару минут.
Итак, это вновь Нижний Новгород, физкультурно-оздоровительный комплекс «Заречье», чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, губерния Нижний Новгород, Урал, Уфа. Вторая партия, первая, закончилась со счетом 25-20 в пользу нижегородской команды, в пользу хозяев площадки. Ну и в параллельно проходящем поединке в Москве «Газпром-Югра» первую партию выиграла с еще большим преимуществом у хозяев 25-18. Таким образом, «Газпром» сделал заявку на то, чтобы подняться на пятую строчку турнирной таблицы, которую при благополучных раскладах, при оптимальных раскладах еще, в принципе, может занять еще и губерния. Первый судья Андрей Козловский, а это Дмитрий Ковалев. Завершил он своим планером первую партию. И вот сейчас еще одно очко на его подаче. Мяч после блока попадает в игрока Урала. Вы видите. И все. Ковалев. Вот и удивительно просто. Ну, я все-таки вернусь к подаче Ковалева. Да, казалось бы, все просто, просто. И Феоктистов принимал. А мяч-то у него раз и провернулся между рук. Ну вот, подняли. Вроде бы отыгрались, но конечный результат опять в пользу губернии. Ковалев. Ну, сейчас от блока, от рук Филиппа Воронкова мяч уходит в аут, и это первое очко Уфы в этом сете, в этой партии. А это Роман Данилов, как я уже сказал, самый результативный игрок гостей, ну, много поигравший где. Так, на всякий случай, трехкратный чемпион России, правда, это было 10 лет назад, в 3-м, 4-м и 5-м году. В составе Белогорья. Потом был Локомотив Новосибирский, Искра Одинцовская. В общем, самый опытный, самый титулованный и самый результативный в составе команды «Урал». Мельник на подаче. И вот, пожалуйста, еще одно очко. 3-3. Вот Андрей Дранишников. И уроженец Нижнего Новгорода, и воспитанник Нижегородской школы волейбольной. Янутов. Ну, а здесь аккуратно Сергей Савин. Кстати, если говорить о результативности, Савин по-прежнему в числе лидеров российского чемпионата по этому показателю. Перед этим поединком на его счету было 357 очков. Это шестое место, шестая позиция. По 4 очка за один сет в среднем. Сычев не справляется с подачей. И, пожалуйста, 4-4. Аркадий Козлов. Уже опытный игрок, 34 года ему. Ну вот, в данном случае опыт не поможет. 5-4. Филипп Уранков. И вот очко зарабатывает уже Егор Феоктистов. Я
Ярослав Жлоба. Янутов на приеме. Ох ты, Ковалев, красавчик. Ну, это такое волейбольное эстетство. Видите, сам улыбается. Приятно не просто заработать очко, но и сделать это красиво. Очень достойно. Ну, а что касается очков, да, вот опять Дмитрий Ковалев на ваших экранах. На данный момент игрок Нижегородской губернии, но что будет по окончании чемпионата, сказать сложно. С Прикамьем достигнуто временное перемирие. Буранков и мяч забивает перекладину. Вновь очко в пользу губернии и вновь вот этот минимальный отрыв. Да, мощный удар у Буранкова. Шпилев аккуратно все делает, понимая, что не пробить ему эту стенку, просто от нее отыгрывается. Ну и тоже с улыбкой, видите, неплохое настроение. А вот болельщики, как обычно, и возрастные, и молодые. Как обычно, много женщин. И как обычно, как чаще всего это бывает, хорошее настроение царит в зале. Ну, тем более, что и счет на табло, и сама игра, ее ход, и вот такие изюминки, как скидка в исполнении Дмитрия Ковалева, только способствует. Ну вот целая бригада. Олег Савкин здесь, Громов. Серьезные мужики. Как вот по картинке не поймешь, где они находятся. Суровые взоры. Криминальный квартет. 8-6. И Борис Иосифов, простите, конечно же, Виктор Иосифов. Кадры попали, я только что говорил, нынешний президент клуба, экс-президент клуба. Хочу сказать, что сегодня на игру в Нижний приехал министр спорта Нижегородской области, известный прошлый баскетболист Сергей Панов. Ну, у баскетболистов мы знаем, в БКНН неплохо тоже идут дела, даже, пожалуй, получше, чем у губернии. Да и, в принципе, что касается команд элитного дивизиона в Нижнем Новгороде, Торпедо в плей-офф, старт в этом году, который сейчас параллельно проводит, кстати, свой поединок, тоже поднялся. В десятке заканчивает регулярку губернии без пяти минут, без путевки. И сегодня она получит эту путевку в плей-офф. В общем, не самый плохой сезон. Тем временем 9-9 и Роман Данилов на подачу у гостей. И, пожалуйста, первым темпом Олег Сычев. Традиционно самый рослый на площадке. Хотя сегодня с его 2 метрами 10 сантиметрами ему может составить конкуренцию Леонид Кузнецов, которого мы на площадке пока еще не видели. Это капитан команды гостей. Он также, как капитан команды губернии, сегодня в заявке здесь, в зале, но
на площадку пока не выходил. Одиннадцать десять. Какой счет у вас? Ну что, атака, ваут, да, Губерния отдается. Это очко 12-10. Я сделал небольшую паузу. Звонок со стадиона Труд, где сейчас сыграет Нижегородский Старт против Красногорского Зоркова. Но подмосковные команды, конечно, посильнее и претендуют, как обычно, на медали. 4-1 после первого тайма Старт проигрывает. В пятницу Нижний ждет большой хоккей. Правда, телевизионный, потому что первый матч серии плей-офф Нижегородская Торпеда проводит в Санкт-Петербурге. Но канал ННТВ в 19:30 в прямой трансляции, в прямом эфире этот поединок покажет. В субботу поединок из Санкт-Петербурга будет транслировать канал «Россия-2». А в понедельник, вновь в 19:30, Нижегородская государственная областная телерадиокомпания приглашает к экранам хоккейных болельщиков, всех любителей спорта. А мы в понедельник вновь показываем матчи Торпедо-СКА. Ну а пока волейбол. Опять же, улыбки на лицах волейболистов Губернии. Да, вот Сергеевич Панов. Справа мэр Дзержинска Геннадий Виноградов, в прошлом действующий волейболист, не пропускает по мере возможности поединки с участием Нижегородской губернии. Тем временем, кстати, пошли какие-то разговоры о том, что губерния может перебраться в межсезонье в Дзержинск. Я не знаю, насколько они подтверждаются. Пока, кроме как слухами, назвать их не могу. Шпилев на приеме не справляется. 11-14. Владимир Мельник. Прекрасная диагональ в исполнении Савина. 15-11. Вполне себе комфортные преимущества, хотя, конечно же, что там говорить, Уфа сегодня — это не та Уфа, которая была полтора-два года назад. Двенадцать-пятнадцать на ваших экранах Аркадий Козлов. Виктор Иосифов ставит точку в этой части партии. 16-12. В Москве, между тем, «Газпром Югра» продолжает лидировать в поединке с «Динамо». Во втором сете 11-9. Пока расклад такой. Если губерния сегодня побеждает, собственно, я начал с этого комментарий к поединку, 3-0 или 3-1, то «Динамо» из Краснодара теряет любые шансы, в том числе и теоретические, на то, чтобы получить путевку в плей-офф. С 34 очками остается на 9-м месте. Губерния в этом случае подтягивается к Кузбассу. И в случае победы в трех сетах набирает так же, как и Кузбасс, 38 очков. Имеет тоже преимущество плюс 3 по разнице выигранных и проигранных партий.
но по общему количеству набранных и проигранных очков опережает Кузбасс, выходит на седьмое место. «Газпром» Югра сейчас имеет 39 очков, но все будет зависеть от его поединка в Москве. И «Факел» имеет 40 очков, но в последнем матче регулярки играет со столичным «Динамо». Если «Динамо» поведет себя так, как оно, похоже, ведет себя сегодня в матче регулярного первенства, я думаю, что основные просто сейчас на отдыхе, то «Факел», конечно же, может претендовать на очки в турнирной таблице и на, опять же, пятое-шестое место. Ну и, соответственно, от этого, от матчей соперников, будет зависеть. Вот Ковалев сегодня, похоже, решил в каждом сете вишенку на торт. Вот такая скидка. В первом сете было еще более тонко, но здесь соперники тоже не были готовы. Ну, в общем, расклад такой, что действительно «Губерния» может остаться на восьмом месте, может занять седьмую строчку, может занять шестую. Ну вот, если сегодня «Газпром» Югра в Москве выиграет, то уже пятая «Губерния» не светит. Все решится в последнем туре 28 февраля. В этот день нижегородцы будут играть против краснодарского «Динамо», немотивированного уже краснодарского «Динамо». Я думаю, впрочем, об этом лучше будет поговорить через полторы партии. Ну, а матчи серии плей-офф начнутся 8 марта. Мужской волейбол в женский день. 18:14. Отвлекаюсь я в последнее время от событий, которые происходят на площадке. Я думаю, вы понимаете, почему. Ну, потому что все идет по сценарию, который мы, в общем, и предполагали. Нет, от рук Шпилева мяч в аут уходит, да. Не приходится спорить. Трибуны так взметнулись. Действительно, хороший блок, но вот мяч по касательной, по диагонали вылетает в аут. 15:18. И вот Кузнецов появился. Я уже говорил о том, что он росточком с Олега Сычева. 2-10 по протоколу у того и у другого. Леонид Кузнецов. Три клуба было в его карьере. В основном «Урал». С 2001 по 2010 год. Потом краснодарская «Динамо», Белогорье сезон и вот вновь «Урал». Просмотр. Просмотр берет Владислав Макаров. А у нас есть возможность. Ну, если речь идет о переходе средней линии, то я бы... я бы не подписался. Пока пауза дотягивается, можем еще один повтор. Можем. Ага, второй судья идет к первому. И вот такая консультация. Что в итоге? «Губерния». А вы видели жест Андрея Козловского. Итого 20-15, если я ничего не путаю. Да, я ничего не путаю, 20-15. Так, что-то опять какие-то консультации с судейским столиком. А это уже ведет Николай Книжников. Все, можно играть. Ковалев. Подача которого сегодня ставили соперника в тупик не один раз. Про скидку я просто молчу. Да, от рук Шпилева достаточно грамотно
Роман Данилов записывает очередной очкой свой актив. Еще раз повторюсь, человек перешел гроссмейстерский рубеж, более 300 очков за сезон. Гранишников. И мяч уходит в аут. Очко на счету Владимира Мельникова после этой атаки. Да, Пламен решил не рисковать и взять тайм-аут. 20-27, действительно. Не столько приблизились, может быть, по очкам гости, сколько характер поединка поменялся. Как-то убаюкала себя Губерния, с ней это бывает достаточно регулярно. Я думаю, Пламен делает все правильно, надо стряхнуть ребят. По одному тренерскому тайм-аут, вы вот видите, Константинов, а вот Николай Павлов. Не видим мы его сегодня на площадке, но он здесь с командой. И был с ней всегда. Весь сезон, даже в тех ситуациях, когда после травмы было совершенно очевидно, что он не может отступить в игру. Здесь, рядом с ребятами, во главе команды, сейчас приветствует промо-гостей. Вот какие у нас такие экзотические, можно даже сказать, болельщики. Да, очень разная публика приходит сюда. Это, лишний раз повторюсь, не может не радовать. Волейбольная аудитория, на мой взгляд, самая такая освещенная, подготовленная, интеллигентная, что немаловажно. Хотя порой вот эта интеллигентность мешает включиться настолько, чтобы забыть обо всем и поддерживать свою команду так, как это нужно делать в самые сложные критические моменты. На что пеняет Кузьмичам группа поддержки. Ну, посмотрим. Возможно, нас еще здесь в Нижнем ждет плей-офф. И, возможно, ждут немножко другие эмоции. Кстати, да, активно включилась и группа поддержки, и за ней вся остальная трибуна основная. Один мяч едва-едва не отыграли. И мяч падает в площадку. В общем, повторение пройденного в первой партии. 24-20. Сетбол. Да, видите, опять вот колоритная пара по центру. Срывает подачу Сергей Савин. Ну, 21-24. И Егор Феоктистов. Молодой волейболист. 21 год ему всего-навсего. Ну вот так. 25-21. 2-0 после двух сетов. Небольшой перерыв.
Итак, Нижний Новгород. Третья партия матча. Губерния Урал-Уфа. Чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. И Губерния третью партию начинает с результативной атаки. А тем временем Николай Павлов готов выйти на замену. Мне в перерыве удалось переговорить с экс-президентом губернии Олегом Савкиным, который по-прежнему остается в команде. Правда, тут такие кадровые изменения, структурные, что даже боюсь правильно назвать должность. Речь идет о том, что если, а я думаю, скорее не если, а когда губерния официально оформит путевку в плей-офф, он тут же включается в процесс, о котором я говорил. Процесс получения возможности проведения матча плей-офф в Нижнем Новгороде. Я вам напомню, что в соответствии с регламентом, с положением о чемпионате, плей-офф проходит только в дворцах спорта, где трибуны рассчитаны не менее чем на 3000 зрителей. Здесь менее полутора в Заречье. Ну вот, Олег считает, что есть возможность все-таки решить этот вопрос. И что поединок первый плей-офф четвертьфинала вполне может пройти в Нижнем Новгороде. Ну и у нас параллельно возник спор. Я ссылался на один пункт регламента, он на другой. По моей версии, при равенстве очков у команд дополнительный показатель первый — это разница партий, затем разница мячей во всех встречах. Олег утверждает, что сначала идет общее количество побед. Но сейчас попробуем это проверить. Я могу только сослаться на сайт Федерации волейбола. Регламент пункт 15/3. Михаил Филатов, пресс-атташе команды, мне сейчас помогает. Михаил, я имел в виду регламент ВДФ. А мы смотрим положение по чемпионате. Александр Янутов, Ковалев и Воронков приносит еще одну очку губернии. Но вы видите, дебютный отрезок вновь за Уралом. Так, регламент Всероссийской Федерации волейбола, пункт 15.3. А, это старый регламент, все понятно. Ну что ж, неплохо было бы, если бы Федерация волейбола тоже посмотрела на свой сайт и на регламент от 2007 года. Что ж, тогда на слово верим Олегу Васильевичу. У Кузбасса на данный момент 10 побед, у губернии 8.
Вот тоже еще колоритные болельщики. Ну все, возвращаемся в игру. Это я уже скорее к себе обращаюсь. Жлоба. И Максим Шпилев от рук блока отыгрывается. Губерния в этом сете в третьем впервые выходит вперед 6-5. Подача Дмитрия Ковалева. И вот смотрите, опять не отпускает Урал. В принципе, на протяжении каждой из партий, двух тех, которые завершились, и вот сейчас примерно две трети каждого сета гости держались, и только в самой концовке Губерния свое преимущество реализовывала. И вот благодаря этому 25-20 и 25-21. Динамо Московская, Газпром Югра. Я вам говорил, что первая партия за Сургутом. Вторая на тайбреке. Динамовцы отыгрывают 2 очка и с 24-25 уходит на 26-25. Так что, по-моему, там тоже легкой прогулки не получается ни у кого, и предсказать исход этого поединка очень сложно. А транзитом, соответственно, и исход борьбы за пятое место в регулярном чемпионате. 8-7. Технический перерыв. Первый технический перерыв в этом сете. Тогда по регламенту о том, что не вызывает никаких сомнений, Игорь Шулепов, тренер команды «Губерния» на ваших экранах, Пламен Константинов. В любом случае матчи плей-офф 8 марта пройдут на площадках команд, которые в регулярном чемпионате заняли место с 5 по 8. Затем спарринг-партнеры отправятся в города, команды из которых финишировали в первом квартете. И 15 марта повторные встречи. Четвертьфинал. И финал идет до двух побед. Если в двух матчах победитель четвертьфинала не выявляется, значит 16 марта третий решающий поединок. Полуфиналы пройдут до трех побед. 20-21 марта. 4-го, если понадобится, 5-го и 21-го апреля. Ну, а финиширует чемпионат 23-го, 24-го, может быть, 27-го апреля, а может быть, понадобятся еще поединки 28-го апреля и даже 1-го мая. Да, Московская «Динамо» на тайбреке у «Газпром Югры» берет второй сет. И исход борьбы за пятое место в чемпионате по-прежнему под вопросом. Там будет дополнительная такая интрига в виде того, что в последнем туре «Газпром», «Югра» и «Кузбасс» встречаются в очном поединке. Губерния впереди 9-8 в третьей партии матча с уфимским Уралом. Филипп Уранков. И от рук Кириченко мяч замывает под самый потолок, но касания не было перекладины, поэтому игра. И Сергей Савин на тоненького, но все-таки попадает в самую линию. А Николай Павлов, который было снял тренировочный свитер, вновь надел его. Ну, не исключаю, что все-таки на последние розыгрыши так, чтобы доставить удовольствие болельщикам. Эйс, вот Николай Павлов
отдельный респект через всю площадку Филиппу Воронкову посылает. Вот жаль, не попадает. Да, сейчас попадет в кадр. Да, вот видите. Подошел специально поздравить. Приятно. Все-таки Николай не только замечательный игрок, но и настоящий капитан. Приятная такая атмосфера в команде. При всем, при том, что, ну, по сути, они на площадке-то конкуренты по своему амплуа. Но вот здорово, здорово. Все-таки в первую очередь партнеры по команде. И Воронков идет, ну что, за очередным эйсом. Уже на 3 очка губерния оторвалась. Напомним, этот сет может стать решающим не только в матче, но и в борьбе за определение 8-го участника четвертьфинала. Ух ты, как мяч прошел между Савиным и Иосифовым. Ну, а здесь уже блок от Савина, но ваут. 9-11. Владимир Мельник. Да, Дранишников, ну, никак не мог принять, поднять этот мяч. А такой убойный удар. Сергей Савин. Сегодня уже эйс был в его исполнении. Вот немного, немного не хватило. Ну вот Кузнецов. Кузнецов появился на площадке. Тоже Господь его росточку не обделил. Я говорил, 2-10. И здесь вместе с партнером соорудили вполне себе достойный блок. Но... Но мяч уходит за пределы площадки. Иосифов. Воронков. И вот тому же Кузнецову просто не повезло. Давайте посмотрим на повторе, как это получилось. Я вообще не понял, от троса, что ли, мяч? Да. Тренерский тайм-аут последний в этом сете. И не исключаю и более чем уверен, что в этом поединке берет Владислав Макаров, тренер Уфы. Это группа поддержки команды «Губерния». Здесь ударные, здесь духовые, здесь флаг «Губернии». Ну что ж, достойно эта группа вместе с командой прошла сезон. И опять же, вот меня обнадеживает информация от Олега Савкина, который считает, что четвертьфинальный матч в Нижнем все-таки может состояться. Повторюсь, если он состоится, пройдет он здесь 8 марта. Срывает Иосифов эту подачу. Кстати, напомним, он сегодня тоже эйсом отметился. А это Владислав Жлоба. Тоже когда-то играл в Белгороде. Потом вернулся в Белоруссию. Потом Краснодар, Новый Уренгой, Ярославль. А такая ротация очень серьезная в отечественном волейболе. Тоже имеется в виду, что я говорил о Романе Данилове. Игроки Уфы, самым опытным и самым титулованным. Все его титулы связаны как раз с Белогорьем.
чемпиона России, обладателя Кубка России и даже победителя Лиги чемпионов. Ну что ж, технический перерыв. Опять же, мало у меня сомнений, я думаю, вы со мной согласитесь, что это последний технический перерыв в этом матче. Да, вот группа духовых. Пламен работает с командой. Здесь же рядом с ним капитан. Тренер, капитан. Ну что ж, заключительный отрезок третьей партии. Губерния Нижний Новгород, Урал, Уфа. Все на ваших экранах. 25-20 первая партия, 25-21 вторая. И вот текущий счет 16-11. Дмитрий Ковалев опять на Феоктистова. И опять там очень сложно справиться. А Шпилев между Кузнецовым и Феоктистовым. Между двумя блокирующими, не сомкнувшими руки. Спокойно в этот разрез. Ну вот начинает уже своими заменами как-то пытаться переломить ход игры Владислав Макаров. Я напомню, тренерских тайм-аутов у него уже нет. А это Сергей Андреевский, кстати. Ну, может быть, тоже, так сказать, нижегородскую публику потешить. Доставить ей удовольствие. Сергей Андреевский, который воспитанник тоже Нижегородской волейбольной школы и играл в губернии в 9, 10, 11, начинал этот сезон. Ну вот, в середине сезона оказался в Уфе. Очко в пользу Урала. Не складывают руки. Нет. Складывают головы. Бьются до последнего. Но, конечно, еще раз повторюсь, это не тот Урал, который мы видели 2 года назад. Очень грозный соперник для всех без исключения. Вот затяжной розыгрыш. И, пожалуйста, пожалуйста, Владимир Мельник приносит еще одно очко своей команде, сокращает отрыв до 3 очков, и здесь уже Пламен включается. Ну, во-первых, потому что разрыв удалось сократить, а во-вторых, потому что, да, опять губерния, вот эта минутная расслабленность, она же двухминутная, она же трехминутная. И в первую очередь, конечно же, то, что происходит на площадке, не столько, может быть, заслуга гостей, хотя не умаляем того, что они делают, сколько вот убаюканность нижегородской команды. Заключительный отрезок. Надо собраться. Добрать 8 очков в копилку. И де Юра да, вот Воронков еще одно очко приносит команде. Де Юра оформит то, что уже понятно де-факто. Путевку в плей-офф. Вот такой эйс от Шпилева. 6 очков до плей-офф.
19-15. Арбитр фиксирует техническую ошибку, ошибку исполнения, да, перенос рук. Это был Роман Данилов на сторону соперника. И 5 очков до плей-офф. Пошел обратный отсчет. Ну, Сычев заряжает в сетку. 20-16, 16-20. Роман Данилов. А мяч уходит в аут. 4 очка до плей-офф. Воронков еще один из нас еще записывает. Я думаю, что он уже тоже подтянулся к первой десятке. 14 место по этому показателю он занимал. 29 сейсов у него было. Я сейчас затрудняюсь, статистики нет. И нет уже давно. Вот, но думаю, что вместе с Сергеем Савиным они сегодня основательно вот в этом статистическом споре улучшили свои позиции. Два очка до плей-офф. 23-16. А Воронков никак не хочет покидать место подачи. Приличная серия получилась. Андреевский. До конца играют, ребята, до конца. Губерния тоже играет до конца. Иосифов делает отрыв в счете более чем убедительным. 8 очков. Но самое главное, что это сейчас сетбол, это матчбол. Ну и назовем это так, плей-оффбол. Неужели эйс? Неужели эйс? Вот это красивейшая точка. Нет, просмотр, просмотр. Нам дали все-таки возможность еще немножко посмотреть волейбол. Забавно, очень забавно. Вот к Филиппу Воронкову даже уже детеныш прибежал. Болельщики уже стоя приветствуют свою команду. Но не исключено, что матч не завершен. Что покажет просмотр? Вот мы видим Геннадий Ким. Николай Книжников. Губерния лучшие. Ну и каков вердикт? Каков вердикт? Мяч площадки. Да, замечательным получился этот матчбол, плей-офф-бол. Губерния одерживает победу над Уралом в трех партиях. 25-20, 25-21, 25-16. Набирает 38 очков. Делит сейчас 7-8 место вместе с кемеровским Кузбассом. Получает гарантированную путевку в четвертьфинал.
Ну, а кто будет соперником губернии, все решится в последнем заключительном туре, когда нижегородцы сыграют в Краснодаре с «Динамо». При различных раскладах это могут быть и пятое, и шестое, и седьмое, и восьмое места. И, соответственно, соперниками могут быть и «Белогорье», и «Зенит», и московское «Динамо». Ну и минимальные шансы выйти на новосибирский «Локомотив». Это был последний домашний матч губернии в регулярном чемпионате. Соответственно, это была наша последняя трансляция матча регулярного чемпионата. Надеемся, что 8 марта здесь в Заречье пройдет первый четвертьфинальный поединок. И тогда Нижегородская государственная областная телерадиокомпания с удовольствием его покажет. А пока мы прощаемся с большим волейболом. ННТВ с вами, ННТВ со спортом. Оставайтесь на нашем канале. Всего доброго.